Независимый Казахстан демонстрирует миру хороший рост качества стандартов развития, соответствующих нормам, принятым в ОСР. Страна готовится к проведению Всемирной международной выставки «Экспо-2017» и активно развивает парламентское сотрудничество со многими странами Евросоюза. Об этом в Париже заявил вице-президент группы «Франция-Казахстан» Национальной ассамблеи Франции Мишель Вуазан. Отношения Франции и Казахстана находятся на очень высоком уровне. Главы наших государств, президент Назарбаев и президент Олланд, поддерживают постоянные дружеские контакты. Это партнерство в будущем, я уверен, будет только расти. Я от всей души поздравляю народ Казахстана с 25-летием независимости и желаю ему дальнейших успехов и процветания.